В здании администрации Ленинского района состоялось торжественное подписание соглашения об установлении дружественных связей между Видным и болгарским городом Сухиндол. В теплой и дружеской обстановке, без всяких языковых барьеров, прошла встреча руководства нашего города с болгарской делегацией. Цель – скрепить не только рукопожатиями, но и печатями узы дружбы. За долгосрочное сотрудничество в нашей городе, в нашей районе, за вечную дружбу в нашей народе. Болгарский и русский народ были и остаются друзьями всегда. Теперь в копилке друзей у нас, помимо некоторых городов Финляндии, Словакии, Голландии, Китая и даже далекой Шри-Ланки, солнечный Сухиндол. Славится этот город прежде всего своим виноделием. Иногда его даже называют «болгарская шампань». По традиции, после подписания соглашения стороны обменялись многочисленными подарками. Одним из них с нашей стороны стала русская матрешка. Но не простая, а с секретом. Это герб Ленинский район. Ваш герб. Ленинский. Внутри главной матрешки по традиции еще четыре, но теперь уже с символикой Видного. Обменявшись сувенирами, Моисей Шамаилов и Пламен Чернев заверили друг друга, что будут всячески содействовать развитию сотрудничества и взаимовыгодного партнерства. Это прежде всего будут культурные связи. Это связи, возможно, и спортивный обмен, там какие-то мероприятия связаны, турниры. Мы надеемся, что какая-то экономика может тоже здесь подтянуться. И точек соприкосновения у Видного и Сухиндола действительно предостаточно. Ведь наши народы объединяют духовные и культурные традиции с многовековой историей. Мэр болгарского города Пламен Чернев признался в чувствах глубокой симпатии к нашим жителям. Люди очень хорошие, погода хорошая, хороший свет, хорошая культура. Не только это музей Ленина где был. Я все хорошее здесь. И значит, яркие страницы в совместной истории у нас не только в прошлом, но и впереди.